сотрудницы Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике Краснодарского края. Девочки сделали утро очень спортивным. Спасибо за то, что пришли. Красиво. Да, позвольте, я представлю тренера, потому что я очень хочу зачитать. Такая вот хрупкая, красивая, светлая девушка. У нас сидит на диване. Кто это? Да, Мария Иванова. У нас тренер, президент Федерации эстетической гимнастики Краснодарского края, судья всероссийской категории, мастер спорта по художественной гимнастике, мастер спорта по эстетической гимнастике, многократная чемпионка мира в зачете стран, бронзовый призер чемпионата мира в личном зачете, участница церемонии открытия Олимпийских игр, закрытые Паралимпийских игр в Сочи в качестве воздушной гимнастки. Это как столько всего, браво! Друзья, давайте всей студии поплотно. Ну, понятно, что у такого тренера такие ученики, это здорово просто. А какое-то событие у вас замечательное произошло недавно. Совсем недавно мы прошли отбор на чемпионат мира. Поздравляю! Поздравляем! Это первый раз? Нет. Да, вот, ну просто расскажите, это же так круто, когда представлять страну. Я такое только в кино видел, близко вот общаться с людьми, представляющими на мировом уровне город, уже не говоря об этом, это здорово. На самом деле девочки входят в состав сборной страны уже не первый год и являются многократными чемпионками мира в зачете стран. Вот, и очередной чемпионат мира нас ждет 16 по 20 мая в Картахене, это город Испании. Девчули, мы вам желаем удачи большой, вы красавицы, умницы, и все у вас обязательно получится. Спасибо, спасибо большое. Это же не просто, сколько вы, я понимаю, сколько времени нужно уделять тренировкам, разве сколько вы проводите? В зале, да, правильно говорить? Ну, честно. Ну, сколько? 3-4 часа. Да ладно. В день? Серьезно? Ну, спортсмены там живут. Ну, просто уже когда дошел, наверное, до уровня, уже можно потратить. А ну, хотя да, 3-4 часа в день, ничего себе. Тоже 3-4 часа начиналось в день было? Начиналось у всех по-разному, все из разных городов, на самом деле. Я в Ставрополе очень долгое время тренировалась. Кто-то в Краснодаре, кто-то из Ахтубинска, Астраханской области. Все девочки из разных городов. То есть у нас действительно сборная России. Слушайте, как здорово. А как вот вырастить чемпиона? Ладно, нет, это следующий вопрос. Мария, скажите, пожалуйста, вы принимаете всех или вы видите, смотрите на человека и видите, что это будущий чемпион, что это крутая гимнастка? В эту команду я набираю действительно крутых гимнасток. Это не менее чем кандидат мастера спорта по художественной гимнастике или мастер спорта по художественной гимнастике. На данный момент резерв у нас из художественной гимнастики. Как правило, это девушки приезжают, зная, что здесь есть команда и что здесь можно обучаться в нашем университете физкультуры, поступают туда учиться и приходят отбираться ко мне в команду. Я просматриваю, ну, по многим критериям, это... Должны быть они прыгучие, хорошо растянутые, хорошая техническая база. А дальше я их обучаю, так скажем, перенаправляю с художественной гимнастики в эстетическую гимнастику. А в чем отличие? Отличие у нас командный вид спорта, хотя в художественной гимнастике тоже есть групповые упражнения, но там работа с предметом, у нас предмета нет. Мы больше работаем телом, нежели в художественной гимнастике. Продолжительность композиции 2 минуты 45, достаточно тяжелая работа на выносливость, тело беспрерывно работает. Дальше в чем сложности? Композиция должна передавать какую-то историю, должна быть исключительная синхронность, единство. Ну, эстетика, красота. Да, да. Красота в первую очередь. Часто мы свой вид спорта называем синхронным плаванием на ковре. Вот, вот у меня была такая же ассоциация, да, это здорово. Скажите, женский коллектив, ведь это, наверное, ну, я не знаю, я никогда не пытался углубляться в такие вопросы, но, наверное, это не просто. Девчонки, вы же... Это не просто, я тебе как женщина. У нее такая же кофточка там и так далее, а вы такое ответственное дело. Или как вот обстановка в коллективе, атмосфера именно? Ну, если можно, я начну. Конечно. Так. Есть дело, которое их объединяет. Они действительно единомышленники, и это дело их жизни. У нас одни цели, одни задачи, и здесь нет соперничества именно внутри команды, там, одного по сравнению с другим. То есть они делают общее дело, они должны быть как вот единой картинкой. Ну, а как у них в жизни? Пусть они рассказывают. Нет, все улыбаются и не хотят рассказывать. Ну и потому что не надо вот из избы. Даже если что-то... Ну, я не команда, это правда. Я даже понял ненужность своего вопроса, знаешь, после этого. Потому что действительно, когда объединяется какой-то... Ну, на моих глазах они ничего не делят. Ну и все, это прекрасно. Ну и молодцы. Нас смотрят наверняка родители, которые очень хотят отдать своих детей в художественную гимнастику. Вот скажите, с какого возраста нужно начинать заниматься для того, чтобы вырастить вот такую, таких звезд?
На самом деле, как и в художественной гимнастике, достаточно рано нужно приводить деток. В эстетику мы тоже набираем с 3-4-5 лет. То есть совсем малепусенький, пока маленьким, все маленьким, да, которым нужно дать всю базу. Угу. А вот многие родители боятся, вот у меня была реальная история, когда моя знакомая не захотела отдавать свою дочь заниматься, тоже, кстати, трехлетку маленькую, хотя тренер умоляла, она говорила, что это самородок, что нужно брать, что видно уже сейчас, но мама сказала, что девочке будет больно. Девочке будет действительно больно, но это спорт, и выживает сильнейший. Ну, то есть, нужно, это преодоление себя в любом случае. Да, вид нужно спорта, быть готовым к тому, вид чтобы... Вид спорта, просто... конечно, если взять, например, игровые. Я сама мама двоих детей, у меня два сына. Mm-hmm. Один занимается хоккеем, другой хоккеем и греко-римской борьбой. И, конечно, глядя на них, я смотрю, они с первых вот дней, в 3 года я отдала одного и в 4, они зажглись и в этом виде спорта. Mm-hmm. В гимнастике, к сожалению, первые 2, 3, 4 года это... адская боль, потому что это связано с растяжкой. Угу. И действительно, ребенок, тот, который это будет терпеть, он пойдет дальше настоящий получать. Настоящий боец. Но без этой, угу, так скажем, ступени, ну, гимнастики не может быть. И это, ну, такой недостаток, я бы сказала, для начальной подготовки, то, что нужно терпеть боль. Ну, зато то, что мы видим в результате, это просто прекрасно. Мы благодарим вас за то, что вы свой талант, свое трудолюбие передаете девочкам. Девочки, вам желаем только победы, чтобы в мире знали про нашу краснодарскую классную команду. Российскую! Да, ну, краснодарскую подчеркиваю, потому что особенно приятно, что здесь у нас, да, рядышком. Есть ведь еще один номер, да, который вы можете нам показать, поэтому просим, мы аплодируем, с удовольствием находимся. Интервью вы можете посмотреть на нашем сайте kuban24.tv.